А вы боитесь летать? Скоро лето, пора отпусков. Кто-то полетит в теплые страны, кто-то полетит в Европу, кто-то полетит в Азию. И каждый человек испытывает предполетное волнение. То есть, будет ли все нормально с багажом, а не задержится ли рейс, а удачно ли доедут до аэропорта. Таких вот очень много маленьких нюансов, которые могут отравить ощущения перед отпуском. Да? Но есть такое понятие, как аэрофобия. Это панический страх полетов. Это очень парадоксальный страх. Почему? Потому что, несмотря на то, что все знают о том, что летать на самолете – это самый безопасный вид передвижения, 85% населения уверены в том, что воздушный транспорт самый опасный по сравнению с поездами, автомобилями, автобусами, морским транспортом. Вот в чем парадокс. То есть знают, что безопасный, но уверены, что самый опасный. Как помочь себе? В интернете есть масса приложений, которые направлены на то, чтобы помочь нам преодолеть приступ страха во время полета. Назову вам несколько приложений. Есть такое приложение, как называется SkyGuru. В чем суть этого приложения? Вы загружаете в эту программу все данные вашего полета. И уже находясь на борту, этому приложению не требуется интернет. Вы будете в режиме реального времени получать все необходимые данные о полете, в котором вы сейчас находитесь. Причем интересно, что это приложение разговаривает с вами, что еще больше помогает человеку почувствовать себя защищенным. Да? Это происходит как разговор с психологом. То есть приложение говорит, что полет проходит нормально, что турбулентности в ближайший там, период не ожидается. Вот такая прекрасная программа. Справиться также с приступами тревоги, предполетным волнением помогает такая программа, как Einwind. В чем она заключается? Вы можете слушать музыку, расслабляющую специальную, или звуки, например, журчание ручья, пение птиц. В то же время вы можете настроить соответствующую картинку, которая вас расслабит, успокоит. Да? Это, там, например, зелень листьев, как бежит вода. Вот. И эта программа поможет вам расслабиться во время полета. Вот такие вот замечательные программы. Вообще, таких программ, которые помогают нам справиться с приступами страха и тревоги, сейчас порядка 5000. Эти программы создаются с помощью психологов, психотерапевтов, и они чем хороши? Они действуют как таблетка во время острого периода болезни. Да? То есть они не помогают исцелиться полностью от какой-то фобии или страха, но они помогут, эти приложения, в момент панической атаки справиться с этим состоянием. Что еще можно посоветовать, если вы неуютно себя чувствуете во время полета? Не сидите все время на месте. Прогуляйтесь по салону. Познакомьтесь с попутчиками. Побольше пейте воды. Кроме того, не стесняйтесь сказать бортпроводнику о том, что вы боитесь летать. Вы получите больше внимания и большую заботу со стороны обслуживающего персонала. Позаботьтесь о своем времяпрепровождении. То есть, да, во время длительных полетов на борту самолета предлагают какие-то фильмы, музыкальные программы смотреть, но лучше позаботиться самому, то есть скачать себе фильмы, которые бы вы хотели посмотреть, которые давно хотели посмотреть. Желательно, чтобы эти фильмы были комедийного характера. Можно взять аудиокнигу, можно взять толстенный сборник кроссвордов, сканвордов,
Можно взять юмористические журналы, можно взять газеты. Самое главное, возьмите именно то, что вас действительно увлекает и что вы действительно будете с интересом изучать во время полета. Если вы летите не один, то есть, например, летите с семьей в гости, в отпуск, то во время полета очень здорово будет пообсуждать те приятные моменты, которые вас ожидают по окончании полета. Это встреча с близкими, да? Это обсудить, какая будет гостиница. То есть поговорите о том, что будет после полета. Настройте себя на то, что вы ждете, не дождетесь того момента, когда ступите на землю, именно с хорошим ощущением того, что вас ожидают приятные впечатления. Вот так сегодня немножечко в другом ключе я рассказала вам об аэрофобии. Я желаю вам хороших полетов, спокойных, без турбулентности, чтобы взлет был нормальный, посадка мягкая, а отпуск принес вам замечательные впечатления. Будьте здоровы, всего вам доброго!